Всем привет! Тут, в общем, у меня варятся макароны. Это для блюда макароны с сыром и с тунцом. Я посмотрела, как готовит одна женщина в Германии. Я это блюдо готовила уже не раз и хочу вам еще раз его показать. Возможно, вам оно пригодится. Раньше вы его могли не видеть. Для начала нам нужно сварить любые макароны. Естественно, воду мы сливаем. Потом нам понадобится баночка тунец, собственно, в масле. Банка кукурузы и моцарелла. У меня идет вот такая, знаете, в жидкости, я ее солью потом, и моцареллу кусочками порежу. И нужно будет просто макароны в воду слить, а вот эти все баночки пооткрывать и туда добавить тунец, добавить кукурузу и добавить моцареллы. Все перемешать, и вот такое получается вкусное и быстрое блюдо. Всем рекомендую. Сейчас в конце посмотрю, как это, покажу вам, как это будет выглядеть. Макароны сварили. Воду с них слили. Закидываем обратно в кастрюлю. Теперь добавляем весь тунец полностью с жидкостью. И нужно перемешать. Перемешали хорошо, чтобы наше масло, которое было в тунце, все полностью пропитало макароны и рыба была везде. Теперь жидкость сливаем с кукурузу и кукурузу высыпаем сюда. Тоже перемешиваем. Все перемешали и теперь добавляем моцареллу. У меня из расчета получается полкило макарон, 250 грамм моцареллы, баночка кукурузы и баночка тунца. При желании хотите, можете тунца сделать две банки, тогда будет еще вкуснее. Но дороже, но вкуснее. Так, и теперь тоже все обратно нужно перемешать. Перемешиваем, им нам нужно, чтобы моцарелла полностью была мягкая и так тянулась. В принципе, вы можете положить абсолютно любой другой сыр, который хорошо тянется. Просто я очень люблю моцарелла или сулугуни, знаете. Мои два любимых сыра. Ну, в общем, вот видите, моцарелла уже начинает тянуться. Если она будет натертая, в готовом виде продаваться, такая в пакетах, вы можете этот пакет, я когда-то сыпала его, она тянулась сразу. Тут нужно, конечно, кусочки будет вымешать. Ну, а так вот, в принципе, вот уже это готовое блюдо. И это невероятно вкусно. Вот, так оно выглядит. Вот так, смотрите, видите, как хорошо тянется моцарелла. Сейчас я постараюсь одной рукой вам снимать, а одной рукой насыпать. Потому что меня уже ребенок ждет. Нужно насыпать. Вот, видите, сколько получается много сыра везде. И рыбы. Ой, неудобно, одной рукой сыр тянется. Достаточно. О, натянулось. Видите, как? Сейчас покажу. Вот. Это готовое блюдо. Много сыра, много кукурузы и рыбка. Попробуйте, это очень вкусное блюдо. Рекомендую. Все, всем пока.